Фотографируйте меня, кто будет. Здрасте. Да какая фотография? Прямой эфир. Мы в одеялах. На самом деле Икея сделала гадость, взяв и сменив ассортимент. То есть название. Радикально. Новинки. Реклама. Маркетинг за ногу идти. В общем, мы в отделе Икея Нижний Новгород, и мы будем снимать одеяло. Дима, как мужчина, не шибко вообще в одеялах рубит, наверное, да? По прошлому обзору, не бум-бум. Не бум-бум, а поэтому... Молчу. Ясно. Мы сейчас вам будем все снимать и показывать. Но прежде чем мы залезем во всю глубину всех одеял, я вам буду все это глаголить, давайте мы отчасти вспомним. Одеяло в Икее у нас бывает прохладные, легкие, теплые и очень теплые. Наполнители синтетические и натуральные. Плюс есть смесь натурального с лиоцелом. Чехлы натуральные и синтетические. То есть, исходя из этих, всех этих критериев, вы можете выбрать одеяло. Плюс еще большой, плюс такой. Часто сравнивают, например, пишут: Танюш, а вот у натурального одеяла вес такой-то, там, допустим, 1000 грамм. А у синтетического 1500, а они в одинаковой категории. Друзья, запоминаем одно волшебное правило. Одеяло из натурального наполнителя априори теплее, чем из синтетики. У меня все, обзор закончен. Всем до свидания. На самом деле нет. Смотрите, сейчас очень удобно сделали. Градация. Легкие, теплые, прохладные. То есть вы можете, да, миксовать, не просто блуждая среди одеял, а хотя бы у вас будет какая-то подсказка. Но зависимости такие могут выставки меняться. Да, это имейте в виду. Так, одеяло легкие, секция Б, стербренка, наполнитель, полиэстерное волокно и лиоцел, чехол, лиоцел и хлопок. Я бы сказала, друзья, одеяло с полиэстеровым наполнителем, местовым. Это самое идеальное одеяло. Это для тех, кому жарко во сне, но при этом ты хочешь все-таки такой, да, объемности и уютности. И оно довольно-таки легкое. Чехол очень комфортный, но главное, соответственно, не забывайте одевать на него пододеяльник. Размер 150 на 2 и... А это уже другое. 150 на 2 и 2 на 2. Смотри, какое оно. И пушистое, да? И тонкое. Так, дальше. У нас получается полиэстерное волокно внутри и хлопок снаружи. Корректная ткань. Она используется еще и в натуральных наполнителях. Как бы вот шорох-то показать? Микрофончик давайте поближе. Потому что у многих вопрос, шуршат ли одеяло. Наполнитель-то они сами прочитают на сайте. Это вот Strandmolke. 1,50 м на 2, легкая, 2,999. А ты возьми петличку, отсоедини. А, чем самой это падать на? Да. Ну, конечно. И вот ходи как с микрофоном теперь. Ку-ку. Ой, так вытекли надо. Слышно? Поближе. Вот такой шорох. Дальше эти же одеяла, только в большом размере. 2 на 2 – 4000. И 2 на 2 – 2800. Шуршать уж не буду, потому что уже пошуршала. Ребят, некоторые я могу назвать, что на что заменили, а некоторые уже затрудняюсь, потому что почти прошло полгода. Значит, смоспоры – это фактически тот же грузблат, только боком. Смоспоры теплые, 150 на 2, 1300, даже цена такая же, как у грузблада. Полиэстерное волокно, наполнитель, чехол, полиэстер и хлопок. Хлопок всего 35%. То есть это те, кто потеет под синтетикой, имейте в виду, оно вам может не подойти. Шуршим. Другой звук уже. Нет такой пленочки. Да, нет вот этого хруста. Но оно полностью синтетическое. Вот эти моменты учитывайте. А дальше это же одеяло в большом размере. Стоит 1800. Кстати, кто не в курсе, у Икеи есть, вот даже подтверждаю, что это не только мои слова. В течение 14 дней вы можете проверить, насколько хорошо спится на новой подушке либо одеяле. Что это значит? Если оно вам не подошло, вы можете сдать. В каком еще магазине такие условия найдете? Я не встречала, честно. Появились новинки бамбуковые,
значит, троль друва. Наполнитель вискозы и полиэстер, чехол полиэстер и хлопок. 1,50 м на 2 Сделан, кстати, из бамбукового волокна. 1,50 м на 2 Теплая, стоит 1799. Шуршит. Хруста нет. И вот очень классная новинка, которую все давно ждали, это шерстяное одеяло, друзья. 1,499. Очень легкое и теплое. 1,50 м на 2 Шерсть и полиэстер, чехол, полиэстер и хлопок. И я скажу, для шерстяного одеяла очень низкий ценник. Оно не колючее за счет чехла. Мы шерсть не чувствуем. И оно не скрипучее. И очень тонкое и теплое. Вот обратите внимание, пожалуйста, вот на это одеяло. Я его рекомендую от души, потому что уже некоторые клиенты брали в восторге просто от него. Точно такое же большое одеяло с шерстью. Олив Мол оно называется. Стоит 2000, а Тролль Друва, которое бамбуковое, большое, стоит 2300. Этикеточка что-то нету. Вот оно. Этикеточка. А, то и нету. Так, мы давай, наверное, сейчас доснимем синтетику, потом в натуралку пойдем. Кстати, все одеяла представлены вот еще. Вот таким вот образом. Но, сразу скажу, я вот здесь вообще ничего не пойму. Ну, если только вот по весу в руках подержать. Я вас пока в карман положу. Смотрите, вот эта выставка, она, в принципе, так, как я уже сначала и сказала, для того, чтобы вы могли подержать одеяло в руках. По весу, да, понять, насколько вам оно тяжелое или нет. Так, мы в секции очень теплых одеял. У нас здесь Стернбрека. Пол и полиэстерное волокно лиоцел, чехол лиоцел и хлопок. Смесовая ткань. Отличный выбор для тех, кто очень любит теплое одеяло. Давай шуршать. Что дает полое волокно? Воздушность. Что-то похоже с перлом. Ну, не такое хрустящее. Да. Так, очень теплое смоспоры. Это тот же грузблат, только боком. Значит, одна с палочка 1500, двух с палочка 2000. И вот о чем я говорила по весу, да, смотрите, 2840 полностью синтетическое одеяло вес. А у смесового одеяла вообще 3 килограмма. Так, шуршим. Ничего не слышно. Непонятно. Ну, беззвучное оно. Шуршит беззвучно. Так, дальше. Одеялки прохладные. Стернстар. Одеяло прохладное, 1,50 м на 2 Оно у нас, ребят, с лиоцелом. 10% вискозы в составе. Очень легкое одеяло. Ткань лиоцел и хлопок, наполнитель полиэстер и вискоза. Ох. Лиоцел вот такой эффект дает. Тонкая-тонкая. Прям вот вообще вот-вот-вот. Прям вот-вот. В двух пальчиках. Так, Стенстар большой, то же самое, 2,799, маленькая 2, это 2,800. Так, это еще у нас синтетика, да? Да, это синтетика. Дальше, одеяло прохладное, груз Стар, 1,50 м на 2 Здесь уже 20% вискозы в составе, полиэстер и полиполиэстерное волокно, чехол хлопок и лиоцел. Вес, а вес там не написали. Двушка 3000, однушка 2300. Мы пока в синтетике, в прохладных одеялах. Понятно? Mm-hmm. Так, это мы посмотрели на той стулочке. Теперь мы из прохладных перемещаемся обратно в легкие одеяла. Так, а мы... А, да, мы там легкие и снимали. С
космоспоры, легкая. Ребят, все то же самое, отличается только количеством веса. Здесь наполнитель 600 грамм, а общий вес 1 440 грамм. Полиэстер и хлопок с полиэстером смесь в чехле. Ничего вообще не слышно. Так, а ножи только двушка и ценника не дали. Так, смоспоры. А, это вот смоспоры двушка и точно такая же однушка. Односпальная стоит 999. Ну, шуршать не буду, уже шуршала. Мы дальше в одеялках. Появились новые одеяла. Ну, как новые? Они, честно, давно были. У нас даже дома такое есть. Не помню, как оно называется. Ну, в общем, эксплуатируется неплохо. Это самая бюджетка. Ну, по сравнению с Мюсграсс, который вообще копейки стоит. Сеферот. Полиэстер полностью, ребята. И сверху донизу. Он только в легких. Однушка стоит 600, двушка 800. Шуршу. Тоненькая, посмотри. Видишь? Между пальцами. Прям вообще вот ни о чем. Ну, кому-то нравится. Так, с синтетикой мы закончили. Идем в натур. А, нет. Герой всех летних путешествий. Одеяло Мюсграсс. 220 рубчиков, 150 на 2. Полиэстер. И чехол по принципу мешка. Слышно? Так, теперь мы в натуральных одеялах. Здесь утиный пух и перо. Ценник варьируется от того, чего больше, пуха либо пера. Соответственно, пера больше, ценник ниже. Пуха больше, ценник выше. Погнали? Фьеларника. Я сломаю сегодня язык и поеду домой со сломанным языком. Пуха у нас 10%, пера 90%. Чехол хлопковый. Шуршим. Звонко. Очень звонко и столько перьев под пальцами. Дальше. Пьелебрека. Я не знаю, как запоминать название. Полторашка стоит 3500, двушка 4500. Здесь 60 пуха, 40 пера. По сравнению с прошлыми сериями одеял, они назывались попроще. Это легкие одеяла. Прям вот пуха чуть-чуть. Специально для людьми издеваются. Фьельхавре. Односпальные 6, двухспальные 8. Чехол хлопковый. Пуха 90, пера 10. Объемный, кстати, по сравнению с другими. Но одинаково. Ну, я могу даже отметить, тут немножко вот это оно вот. Тем не сделаю. Ткань такая стеганая, ну, каретная. Стеганая, да. Ну, как бы первое отличие между этими двумя отделами. Это количество наполнителя, качество верхней ткани и разница внутри пуха перышка. Дальше переходим, то же самое в теплое одеяло. Кстати, есть возможность сейчас одеяло Фьеларника купить по скидке. А скидка у нас аж 300 рублей. Ну, тем не менее, мелочь, а приятно. Так, Фьеларника теплая. Здесь уже пуха 90, пера 10, хлопок. Стирать можно якобы на 60 градусов. Но клиенты говорят, что не стоит. Ну, ребят, вот пера вообще прям вот, вот под пальцами одни перья. Ты понимаешь, для чего я это делаю? Очень многих раздражает звук хрустящего одеяла, когда ты спишь. То есть, когда там укрываешься и так далее. Есть такие клиенты, и у нас они даже есть в Саранске, поэтому вот это важно. Фьелбека теплая. А пух, перо. То есть, ну, то же самое, да, только больше наполнителя. Вот общий вес данного одеяла 1 600 грамм. То есть, это то же самое, что у синтетики прохладное одеяло. Ух ты. Что-то там, наверное, целлофановое есть? Нет. А, ты это, за упаковочку. Я понял. Что? Павловна, мы с тобой годноту пилим. Почему? Ну, в общем, есть такие каналы, даже одну девушку знаю, она дочка нашей клиентки по Siberian Wellness, у нее большой канал. А, люди, которые любят вот
звуки вот так вот в микрофон, вот какие-то вот. Ну там совершенно другие микрофоны. Ну да, то есть они там суперчувствительные. Да. А у нас так. Фьельхавре. Снова только теплое. 10 пуха. 90 пуха, 10 пера. Вот оно тоже, каретная ткань. Видите, да, уже отличие, вот этот бортик. То есть больше наполнителя, который нужно сюда уместить. Ну, звук, я бы сказала, зависит все-таки. Ну, это вообще вот прям вот. Даже так слышно. Звук зависит от ткани, не от количества наполнителя внутри. Вы уже поняли, что в принципе одеяло делится буквально вот, ну, несколько, да, сегментов. У натуральных одеял отличается только наполнителем. Так, еще теплое одеяло у нас. Страдмолки. 150 и 2, соответственно. 150 на 2. У нас здесь полиэстерное волокно, наполнитель. Ой, сори, мы пропустили одну синтетюшку. Ну ладно, как уж есть. Кстати, выглядит прям как натуральное, да? Подклад хлопок, а подкладка полипропилен. Вот этим, наверное. Как выбрать одеяло по теплу, чтобы оно вам было комфортно? Вот просто возьмите, взвесьте ваше одеяло, которое дома. Хотя бы примерно, если вы выбираете синтетику. Выбираете натуральное, соответственно, можно разделить на 2 примерно, ну там на 0,7, и понять, ваше, не ваше. Так, да, тоже страдмолки, 2 на 2, 5000. Стренбенка, блин, мне кажется, мы снимали уже. Теплое одеяло. Здесь у нас лиоцел и хлопок. Мы рассказывали про него. Ну что ж, теперь вырезать? Да нет, вырезать уж не будем, шуршать не будем. Микрофон вешаем на место. Итак, резюмирую. Тихо, лучше промолчите. Резюмируем. Одеяло выбираем по своим предпочтениям сна. Это раз. Помним о том, что одеяло в Икее можно сдать в течение 14 дней. Это два. Три. Одеяло делится на натуральные и синтетические. Свои предпочтения тоже учитываем. Но, вот честно, я не буду заморачиваться уходом за натуральным одеялом. Лучше возьму хорошую синтетику с лиоцелом, либо просто синтетику, буду периодически ее менять. Потому что занимаешься с этой стиркой сразу. Вот честно. Плюс, я не знаю, как в других магазинах, мы уже месяц не снимали в других городах, даже больше, с конца августа, полтора месяца. У нас очень хорошо представлена отдельная линейка всех одеял, когда вы можете просто тупо взять, вот, да, потрогать его, понять, насколько оно вам подходит, даже, может быть, в него завернуться, хотя это, наверное, не совсем гигиенично, и понять, ваше или не ваше. Соответственно, если вы выбираете одеяло дистанционно, через наш канал, либо через сайт, обращайте внимание на параметры. Это внутренний наполнитель и вес. Исходя из этого, вы можете подобрать хотя бы альтернативу вашему текущему одеялу. И обязательно обратите внимание на шерстяное одеяло, про которое я вам сказала, отметила новинку. Оно на самом деле очень достойное за адекватные деньги. И, как обычно, комментариев, пожалуйста. На самом... Обязательно подписывайтесь. Да. А почему нужны комментарии? Для того, чтобы получать от вас обратную связь. Что нравится, что не нравится. И отзывы. Вы делитесь отзывами с другими людьми, которые просматривают обзор. А подписавшись на наш канал, вы всегда будете знать, что произойдет в будущем. Да. Вот у нас все. Мы пошли делать перерывчик и будем снимать дальше. Мне кажется, батареечка села. Пью.